Марш-броски, смотр строя и песни, и спортивные состязания. Каждую весну в Твери проходит военно-патриотическая игра «Орленок». Учащиеся школ Центрального района соревновались на базе одного из летних оздоровительных лагерей. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Спустя 77 лет после победы популярную песню из советского фильма «Небесный тихоход» с удовольствием исполняют современные школьники. Это военно-патриотическая игра «Орленок» для старшеклассников из школ Центрального района Твери. Ребята сдают определенные нормативы по общей физической подготовке, рисуют боевые листки, мы видим здесь на стене представлены, перетягивают канаты, поют песни патриотического содержания. Ну, в общем, такой спортивно-оздоровительное мероприятие мы проводим сегодня. В ходе соревновательной программы «Орленка» судьи оценивали навыки строевой подготовки юноармейцев, выполнение приемов в составе отделения. С особым азартом школьники перетягивают канат. Это тоже часть состязаний. Раз, два, раз, два! Мне это нравится. И мне это краски подходит, то есть по моему духу. Участники отряда специального назначения «Рысь» провели для школьников показательное выступление, продемонстрировали правила обращения с оружием и приемы рукопашного боя. Понравилось изучать современное оружие, это все было очень интересно. Заключительное испытание «Орленка» – конкурс военно-патриотической и самодеятельной песни. Приглашенным участником этого этапа игры стал известный тверской певец Дмитрий Седов. Первое место в комплексном зачете военно-спортивной игры «Орленок» занял отряд 14-й школы. Второе место у школы номер 16. А третье место разделили юноармейские отряды 12-й гимназии и 42-й школы.